Джонни Деппу 50. Поверить в то, что Джек Воробей предпенсионного возраста, сложно. Мировую славу Деппу принесли фильмы серии «Пираты Карибского моря». За первую часть этой франшизы он был номинирован на премию «Оскар». В прошлом году Депп попал в книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер, который заработал за год 75 миллионов долларов. При этом он часто снимался в фильмах, которые не приносили большого дохода, но получали высокую оценку критиков. «Мертвец» Джима Джармуша, «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе Терри Гиллима, премию «Золотой глобус» Депп получил за фильм «Свини Тодд». «Демон-парикмахер» Сплит-стрит. Помимо творческих достижений, он известен своим успехом у женщин. Но довольно долго слыл примерным семьянином. С Ванессой Паради он разошелся совсем недавно.